Приемная мать изуродовала шестилетнюю дочь, пытаясь изгнать из нее беса пьянства. Это случилось в Томской области. Приемная мать семерых детей провела бесчеловечный сеанс экзорцизма с немой шестилетней девочкой, в результате чего малышка попала в реанимацию и впала в кому. Многодетная приемная семья из села Могочино отгородилась от внешнего мира высоким кирпичным забором. Что за ним происходило, загадка, но говорят, что в стенах большого дома творилось неладное. Опасения местных жителей подтвердились, когда шестилетнюю девочку всю в синяках забрали в реанимацию. Состояние ребенка оценивается врачами как крайне тяжелое. Источник сообщает про многочисленные переломы. Приемные родители утверждают, что малышка упала с лестницы. Однако эти сведения опровергаются братом девочки. Он рассказал, что мать издевалась над ней, выкручивала руки, шею, давила на нее всем весом. Парень поделился видео, на котором запечатлена искалеченная кроха, и добавил, что шансов на выживание у нее мало. Малышка была взята из семьи, страдающей алкоголизмом. У ребенка были проблемы со слухом, кроме того, она не могла говорить. Соседка сказала, что приемная мать пыталась изгнать беса пьянства и излечить девочку от немоты при помощи странных и жестоких процедур. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.